Зима не за горами, а значит, дожди с туманом и снежные заносы будут сопровождать брещан по пути следования. В такую погоду именно гололед может послужить главной причиной аварий. Для того, чтобы напомнить автовладельцам о необходимости переобуть свою «Ласточку», на главном проспекте города над Бугом сотрудники госавтоинспекции провели профилактическую акцию. В ближайшее время ожидается ухудшение погодных условий. Впереди, как ни крути, но наступит зима, а это снежный покров, гололед и гололедица. Поэтому проведение вот такой профилактической акции под названием «Смените шины на своей машине» в первую очередь мы хотим обратить внимание наших уважаемых водителей транспортных средств, что действительно уже давно пора заменить шины с летним протектором на зимний протектор. В трудных погодных условиях с автомобилем могут происходить самые разные неприятные ситуации. Ведь при образовании гололеда значительно снижается коэффициент сцепления колес с дорогой, за счет чего увеличивается тормозной путь машины. Для сравнения, если вы передвигаетесь со скоростью 30 км в час, то расстояние до идущего впереди автомобиля должно быть не менее 60 метров, то есть вдвое больше. За время проведения акции сотрудники госавтоинспекции установили хорошую статистику. Практически все остановленные автомобили сменили летние шины на шины зимним протектором. А это значит, что водители осознают всю важность подготовки машины к новому сезону. Но я, конечно, всем рекомендую вовремя это делать, потому что уже, как правило, когда происходят, да, изменения в погоде, может быть уже поздно. Поэтому я сделал это заблаговременно еще месяц назад. Как бы посмотрел сводку погоды и приготовился к зимнему сезону. Чего, в общем-то, всем и желаю. Конечно, надо, потому что это безопасность как собственная моя, как и других участников дорожного движения. Плюс сейчас пешеходы, да, и все очень серьезно на самом деле, поэтому надо обязательно. По прогнозам синоптиков, погодные условия Брестского региона скоро изменятся. И те, кто еще не успел сменить летние шины на зимние, вскоре будут создавать очереди на станциях ремонта и обслуживания. Есть категория людей, которые считают, если эти меры носят рекомендательный характер, значит и исполнение их не обязательно. Однако в госавтоинспекции напоминают, что в случае, когда дорожно-транспортное происшествие совершено по вине водителя, у которого на машине летние шины, то меры в отношении него будут более строгие. Поэтому от того, насколько ваш автомобиль готов к зиме, зависит ваша безопасность.